Доброе утро. Я хочу похвастаться, что меня заинтересовало. Заинтересовал квилт. Даже не знаю, как правильно и называть. Квилтинг, квилт. Прошу прощения. Есть любители поправить. Тут звуки, у меня кофе варится. Заинтересовало меня это лоскутное шитье. Я там пробовала косметички. А это уже для настоящих пенсионерок меня заинтересовало творчество. Делать подставки под горячее. Как раз идет День влюбленных, 8 марта. Как говорят, дарить подарки подружкам, родственникам. Вот как раз это та техника, которая, если на уровне любителя, то как раз для подставок под горячие хваток. Надеюсь, я что-нибудь более серьезное для себя сделаю. Ну, пока так. Вот хочу похвастаться. Это такая заготовка у меня получилась. Получилось 3 квадратика. Делала я их, готовила всю неделю. Я к чему веду. Получилось 3 квадратика. Ну, теперь эта техника у меня пойдет быстрее. Я тут, видите, пробовала всякие свои строчечки. У меня очень много на машинке. У меня 2 машинки. Одна швейная, одна швейно-вышивальная. И там очень много всяких-всяких. Швейно-вышивальная так вообще еще не проверяла. Там такие красивые строчки всякие. Кофе мой закипает. И вот я сделала. Это вот я потом подумала, думаю, зачем просто подставка под горячее, если я могу сделать как хватка. И я придумала вот так. Ну, может так, прошу прощения, кофе закипел. Наверное, так и делают. Ну, вот я не люблю учиться у кого-то особо. Так глянула одним глазом, в голове сложилось. Хотела сначала просто тыльную сторону прикрыть, а потом думаю, стоп. У меня кусочки всяких руликов. Обделала так край, обшила, простите. А потом сделала вот таким карманом. Посмотрите. И у меня та сторона, ниточки обрежу, ушла внутрь. И вот я эту сторону тоже так слегка скрепила. Тоже она двойная. И вот получается, посмотрите, какая красота. Строчки сделала разные. Пробовала разные строчки. Это очень украсило. Что я хочу сказать? Это очень украсило. Все дефекты скрыла, потому как неровности, ну, что тут говорить. Вообще, самые мои первые. На косметичке я чуть по-другому делала. А это вот совсем первые. Одним глазом глянула, потом на своих ошибках давай учиться. Не так я разрезала, нужно было с другим наклоном. Ну, в общем, я такая барышня. В этом плане не люблю у кого-то учиться. Люблю сама что-нибудь придумать попроще. Лишь бы в конечном результате было более-менее достойно. Но я считаю, для первого раза очень достойно. Строчечки скрыли. Утюжок, конечно, в помощь. Никогда в жизни я не делала так, чтобы прям каждую строчку гладить. Я швея, уже говорила в каком-то видео, на уровне фартука и мужских трусов. Поэтому не судите строго. Это просто показываю, как мне хочется порукоделить. Игрушки сейчас не очень продаются. Я вяжу игрушки. Праздники закончились такие, когда массово продаются игрушки. И я решила свое время, чтобы просто так не проводить у телевизора, вот пошить. Ну вот, пожалуйста, не хватает печенюшки. Я с утра пью только кофе не сладкий, с молоком желательно. И видите, какая красота. Самой будет приятно утренний кофе принимать. Кстати, видела, когда рассматривала чужие работы, шикарные просто. В интернете очень много их. Видела именно аппликация в виде чашки. Мне очень понравилось. И именно квилт. И полосочки подобраны, вырезаны, и чашечка. Очень понравилась. Можно будет попробовать. Захотелось мне утилизировать свои кусочки. Не просто я там захотела прям заниматься такой скрупулезной работой. Я барышня ленивая. Но кусочки выбрасывать жалко. Кусочки то узкие, длинные, то широкие, короткие, то разные, квадратные, большие, всякие. У меня они остались еще от мамы. Мама была очень востребованной швеей, шила всю жизнь. Можете представить, сколько у нее насобиралось кусочков, которые и выбрасывались, и перебирались, и что только она из них не делала. И на всю жизнь ей хватило, и, видите, им не осталось. Это не я нашила таких кусочков, потому как я... Ну, швея я слабая. Я очень недурно вязала в свое время. Сейчас уже сложнее мне это все делать. Но тяга к рукоделию осталась, поэтому теперь вот лоскутное шитье.